Приветствую вас, уважаемые зрители, на своем канале. Продолжаю следующую часть по покраске. Как вы видели ранее, я покрасил в базовый цвет. Теперь я высветлил все, как бы, выделяющиеся части модели. Ну, перед тем, как показать модель, как уже у меня стало по традиции, хочу порекомендовать, комрады, еще вам один хороший канал. Канал хорошего моделиста, который приятно смотреть. Канал Skyle Models. Ссылку на данный канал вы увидите у меня, как всегда, под видео. Что хочу сказать. Канал мне очень нравится. Приятно смотреть, приятно слушать. Все довольно-таки интересно и доходчиво. Ну, теперь продолжим. Вот, друзья, покрасил, сделал высветление. Потом в конце видео приложу фотографии. Ну, еще раз хочу повториться. Базу я красил краской Мистер Хобби H52 Leaf Drop. Ну, а потом высветление, чтобы сделать по корпусу, добавил краску от Tamiya XF59 песочную, грязно-желтую. Ну, а уже чтобы люки и всякие триплексы, выступающие части, добавлял еще краску Dectan, тоже от Tamiya XF55. Ну, вот что получилось, можно посмотреть и видео, и потом на фотографиях. Но сейчас такая погода неустойчивая, то дождь, то солнце, и не знаю, где снимать. Начинаешь снимать, солнце выглядывает, и плохо становится видно оттенки краски. Вживую, мне кажется, намного получше видно будет, чем на самом видео. Вот, ну, вот что вы видите на данном этапе. Вот. И вот, друзья, еще хочу посоветоваться. Кто что, пишите в видео. Думаю, что сделать сколы. Точнее, не, как сделать сколы до нанесения фильтров, лаков и прочего. Или попробовать сделать перед нанесением всех фильтров и всего остального. Кто как делает, подскажите, а я уже буду думать. Честно говоря, что-то застопорился на этом моменте, и вот не знаю. Сделать фильтры, покрыть лаком и уже на конечном этапе делать сколы. Или сначала все-таки сделать сколы, а потом уже работать над моделью. Ну вот что на данном этапе я имею. Почитаю ваши комментарии, советы и буду продолжать дальше работать над моделью. Спасибо, кто смотрит мои видео, спасибо, кто комментирует работы, спасибо, кто остается на канале и поддерживает. Всех благ вам, друзья!